У вас какие-нибудь жалобы есть на лиц, потребляющих наркотики? Здравствуйте. Здравствуйте. Наркоконтроля. У вас какие-нибудь жалобы есть на лиц, которые здесь присутствуют, рядом с вами уже проживают там? Ну, я не знаю, я же квартирант, только недавно живу, тут месяц. Ни запах никакой такой не чувствуется, нет? Да не знаю пока. Варили, вот, чай ставили. Чего варили? Чай я варила, ставила ребенку. Я вообще спала. Меня разбудили. Скажите, на что меня снимать? На телевидение? Да. Нет, это... Посудочка. Чё? Я сейчас не подошёл. Тут грязная посуда. Вот конфорочка. В этом варится? Конечно. Ну не все. Нет, таблет. Это вообще. Кусты? Ну что, может, я уколы делаю? Я больной человек. Я 10 лет болею. А чем вы болеете? У меня ВИЧ-инфекция, онкологическое заболевание. Уколы делаю. Ну, вообще, значит, в 96-м году попробовала. С тех пор, как вы употребляете? Ну, периодически. А как часто? Ну, вот, например, если я работаю за зарплаты, вместо там кто-то любит выпить, я там могу грамм купить. А сколько грамма хватает? На сколько раз? На один раз. На один раз? А так сколько в неделю? 2-3 раза получается. В неделю. Я говорю, зарплата один раз. Зарплата? Раз в месяц. А дорого сейчас стоит героин? Ну, как обычно, 1000. И так собираетесь в компании и вот... Нет, почему компания? Скажите, а вот не хотели отказаться? Все-таки у вас ребенок. Почему не хочу? Сил не хватает? Хватает сил. А почему продолжаете? Интересно, да? Ну, Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, такие рейды организуются еженедельно. В основном они по анонимным звонкам граждан и реагируем оперативно. Например, вот сегодня приехали на данный адрес, здесь оказался наркопритон. В основном люди в таких притонах потребляют героин, изоморфин, ну и другие виды наркотиков. Вообще, если быть кратким, то соли – это как бы аналог наркотического средства. Ну и содержат они тот или иной вид наркотика, да, который также действует, как и обычные наркотики. Также человека вышибает, и зависимость от него получается. Ну и сейчас они внесены в список по контролю, ну, который запрещен к хранению и к пересылке, к переработке, к всему.